Приветствую всех на канале. Добрый вечер. Сегодня у нас контракт Варс. Разыгрываем промокоды. Так, сейчас в Discord заскочу. Вовчик официал, спасибо большое. Большое спасибо. Ребят, привет. Привет, Саня. Сейчас я у себя музыку чуть-чуть потише сделаю. Так, сразу, ребят, хочу вас подготовить. Сегодня у нас будут 7 сетов на оружие. Можете сразу подготовить свои слоты, чтобы не терять на это время. Задержка со стримом порядка 10 секунд. Карту, на которую я буду заходить, я буду озвучивать только тогда, когда увижу, что кто-то подключается на нее. Вот, поэтому сперва увидит зрителя. С чатом поздороваюсь, ребят, очень много сообщений, всем привет. Виктор, Оксана, Супербот, Алексей, Барилла, Дэн Денчик, Михаил Урлин, здорово, Даня, так, Даня, Гринарау, где вторая часть, ребята, будет и вторая, и третья часть в течение стрима. Вот такая вот заманушка. В чат вот эта вот первая часть — это промокод на 1000 гп, поэтому не отходите от экрана. Денис Мацало, привет, малыш, привет. Так, ну что, режимы сегодня у нас будут только ТЕшные. Будет сегодня мясорубка. Так, и. Давайте-ка я забыл добавить еще хардкор либо аркада. Так, у нас висит. Непонятно. Application. Что за дела? Так, это работает. Угу. Будет очень весело, если у нас все это полетит. Так, ну давайте попробуем запустить. Надеюсь, ничего не слетит здесь, по крайней мере, из того, что есть. Определяем карту, на которой будем играть. Так, Эвок 2 у нас будет первый. Сейчас определим оружие, с которым будем играть. Лес Абаканы. Карась, возможно, возможно, когда выпадет любое оружие и именно карта лес. Так, выпадает третий сет у нас. Это обрез ИШ-43. И дробовик МП-133. У кого нет обреза, играют с дробовиком. У кого есть дробовик... у кого нет дробовика... Мишка, спасибо. Спасибо, Миш. Дайте. Сперва увидят зрители. Как только я увижу, что ко мне начинают подключаться зрители, я сообщу об этом в Discord. Окей.
Хорошего стрима. Потому что задержка стрима где-то 10-12 секунд, и чтобы не было недоразумений, поэтому для всех зрителей одинаково, чтобы условия были. Понятно. Так, на чем остановился? Значит, у нас выпадает сектор с третьего сета. Я думаю, пока мы первую катку сыграем в режиме ХК, Макелене Миксер, благодарю за подписку. Интересный у тебя ник. Так, выпадает третий сет. Это то, что нужно взять на эту катку, которая сейчас у нас будет. Будем разыгрывать промокод на 1000 ГП. В самом конце самое главное вам попасть на карту и не уходить до конца ее. Потому что в самом конце я делаю скрины и вношу потом участников в рулетку. На все на одинаковых как бы условиях разыгрывается один промокод на 1000 ГП среди участников, кто смог зайти на карту. Так. Хорошо. Сейчас, секунду, у меня тут подписка. Так, еще раз слушаю. Привет, Горшок. Ага, привет. Помнишь меня? Помнишь. Так. КВ играете? Да, официальный стрим по КВ с розыгрышем промокодов. Так, есть, ребята, режим ХК, ТЕшка. У тебя микрофон изменился? Возможно. Но я не знаю, как долго ты отсутствовал, но где-то летом я взял микрофон, да. Не, летом я работал. Понятно. Ростик. Кто еще здесь есть? На Ютубе смотрите внимательно, куда я подключаюсь. Прокликивайте. Я вас жду. Ладно, Горшок. Так, есть подключение. Спасибо. Спасибо. Есть подключение. WO заканчивается или W0. Эвок 2. Ну что, погнали. Саш, здорово. А, привет. Так, пожалуй, тихонечко музыку спокойно включу для фона. Покатайся, 40-70 или 30-70? С третьего сета обрез ИШ-47. Это на пистолет берешь и дробовик МП-133. Грены можно, миномет можно, ребят. Сегодня практически на всех катках можно и грены, и миномет, кроме ножей. Если выпадает сектор нож, там уже только нож. А на каких оружиях играем? Сейчас у нас третий сет выпал. ИШ обрез 43. Пистолет, это получается, да? Ага. И МП-133 дробовик. Окей. Серф еще. Скажи, какой серф? W0 заканчивается. Эвок 2. Team Elimination ХК. Саня, не МП, он МР-133. Это русский. А, МР-133. Да, спасибо. Артимадор, давай, Саш, хорошего стрима, спасибо, спасибо, Ильнар. Ой-ой. Не забываем то, что за убийство своих временно кикают до перезагрузки сервака. А если у вас кикнет... Сколько матчей будет? Одна катка. А потом? А потом я вношу участников, кто сейчас на карте, в рулетку и
разыгрываю. А потом еще будем играть? Да, сейчас. будем. Сегодня у нас будет розыгрыш 3 промки по 1000 ГП, потом 3 катки проведем, каждый по 500 ГП, разыграем по 2 промки каждой катки. И самое крайнее, как обычно, у нас на 5 победителей по 200 ГП будет. Хорошо. Саня, ты чё, хард, да? Да, ХК. Там уже всё забито. Да, ух ты, и не умирает. Гранаты можно, да? Что? Гранаты можно, миномет тоже можно. Сегодня и гранаты, и минка на всех катках можно, кроме когда сектор выпадает на нож. Своих, главное, не завали. Чтоб не кикало с карты. Четверых можно. Алексей Борило, нет. Промокод состоит из 5 комбинаций по 5 символов. Для активации нужно нажать F8 строчными буквами промо, пробел и комбинацию цифр. Получится мне с ИЖа кого-нибудь завалить? Ух, Ванёк, триплы шпарит. Да как? Ну, сколько на тебя ежей нужно? Саш, ты после конта, после стрима будешь контакте? После стрима я, наверное, ужинать сяду. А что-то срочное? Нет, нет, нет. Не совсем. Ну, если что, напиши. Я потом, может быть, через часик заскочу, посмотрю. Ну, ладно, не обязательно. Отдыхай. Будет возможность, скажем так, перепишемся. Хорошо, хорошо. Кстати, ребята, у кого проблемы с регистрацией на сайте... Контракт Варс, попробуйте сменять браузер.
есть информация о том, что какие-то функции заблокировала Google Chrome, и при переадресации, там связанной с ВК, там, короче, связь найти не могут сейчас. Через ВК пробовал, через mail регистрируют, через все, только контакты. Я скидываю ссылку на информацию по этому поводу. Кому интересно, почитайте. Так. Да ебка, ну давай. Это плохо, я играю. Еще три патрона. Зашел? Я зашел лично, просто стримчанский посмотрел. А, понятно. О, найс. Кроватек. Компьютер помер. Сочувствую. Да ладно, сам виноват. История рассказывает то, что КВ, из-за КВ пришлось там три монитора купить. Там еще что-то, короче, несчитанное количество клавиатуры и мышей. Просто кто-то от злости. Нет, по этому вопросу я, наверное, только один раз мышку покупал, потому что она у меня была постоянно на батарейках, а я играл раньше только на стройке, вот этой большой карте. Я до 67 уровня на ней доигрался. Ага. Вот. И бывало, батарейка сядет, ну просто вверх у нее персонаж поднимается и крутится. И килл-то идет 15-16, бах, сливает. Да что ты, блин, мышка улетела в стенку. Потом уже купил X7. Вот так было хорошо. Ай, не смог. Проводные мышки — это не для игр, точно. Ну, вообще, да. Да, у меня с ноутбука играл. У меня этот ноутбук 7 добрых лет отработал. Чисто на КВХе, и большую вот эту карту, самое интересное, тянул. Я тоже КВ начинал с ноутбука. Dell Inspiron 1501. Очень старая модель. 560 какой-то. Samsung 560. Тянул все подряд вот это. Брата компьютер был. Он закачивал эту Skyrim, игру закачивал. Она у него не пошла. Он не потянул. Я к себе думаю, дай-ка на ноутбук закачаю, попробую. Просто ради интереса. И потянул уже на минималках, но потянул. Я думаю, вот железо у него. Сейчас такого даже найти не могу. Сейчас надо уже что-то современное, мне кажется, брать. Не, вот так ради интереса смотрел, где вот такие Samsung сейчас вот эти ноутбуки продаются. Нет, вообще нету. Ну, сейчас пошли уже новые... Луч, спасибо. Новые процессоры с встроенными видеочипами. Ну, конечно, они не супер-пупер, но КВ-ху, я думаю, потянут. Они хуже, чем 1050. Возможно, что-то в районе там 930. Ну, да. Ну так вот. Материнка 550, которая идет, 450 идут, они идут уже с встроенным видеочипсетом. Да, даже 16-го года Ryzen уже встроенный видюхой был. Mm-hmm. Во, да, они уже это интересно. Ну, если на максималке играть, по-любому надо будет видеокарту. Ну да, если есть в планах там закупаться что-то в Стиме, сейчас уже все современные игрушки они требуют. Ну, 10. Ну, чтобы видеопамять 4 гига хотя бы была. Так вот надо. Немножко ориентироваться. Ну, они 4 гиговые хорошо идут. В принципе, на Full HD, к примеру, она потянет и 4 гигова. Ну, 1050 Ti самое минимум, что вот если
брать видеокарту, то вот не меньше, чем вот это. Аналог Ryzen, я не знаю какой. Ни разу. Ryzen. i5 новый 10-го поколения, может быть. У меня Core 7 был. Ну, он, наверное, уже ну, старый. i5 вообще. Сейчас новый. Уже i3 там. Да, даже может быть 10100 уже да, мощнее да, такие. Мощнее, чем семерки, по-моему, какие-то виды. И тем не менее, стоит совсем недорого. Я свои вот свой прос я разгонял до 4.9. Я это этими вещами вообще не занимаюсь. Я очень боюсь, когда, блин, залезешь туда, потом все сгорит. Да ну нафиг. Да нет, как бы там для уверенности есть просто общая кнопка сброса. Ой, сорян. Сорян, извини. Сейчас Саня а так, ради интереса... Да нет, я не убил его. Прот был... Ага. Прот был 4.1. Я вот 4.9 подразогнал. У меня видеокарта просто... Просто, можно сказать, Карлсон летал на проводах. Ясно. Нагрузил хорошо. Че, и в ноутбуке, да, разгонял? Нет, на компьютере. Но ты, если разгоняешь, надо иметь в виду то, что и система охлаждения должна да, как-то справляться. Да. Иначе перегрев... У меня 5 кулеров было. У меня стояло 2 втягивающих, один на процессор, один вытягивающий, один еще дополнительный втягивающий. Лучший в противоположной темке ростик, в нашей темке апсамент. Красавцы, ну, да. Молодцы. Есть втягивающих и вытягивающих. Ну главное, чтобы охлаждение на процессоре самое хорошее было. Так вот у меня втягивающий стоял установлен дополнительно на процессор. Там можно было пиво охлаждать, если на максималке не играешь. Я вообще не закрываю боковую крышку. Смысла не вижу никаких. Ну, вентилятор. Пылесборников не нужно лишних, так считаю. Крышка открытая, всегда доступ есть для вентиляции. Я что-то понять не могу, у меня вот этот сайт Randomize, который, он почему-то не запускается. Печалька, однако. Так, сейчас поищем что-нибудь другое. Тут стройку никто не практикует. Большая карта, не каждый хочет. Некому уже. Может, один хочет, а остальные не хотят. Если он там один побегает, побегает. Никого нет. Да, там карта большая, там побегать надо. Это на эвоке с печенегом вылез в одно место и попер все подряд зашивать. А там так не побегаешь. Блин, я сейчас сам с удовольствием в этом поиграл. Говорю, когда только обновление было, добавили эту карту в стройку. Я зашел. Первое время это вообще прилипал. Куда идти, зачем идти? Вообще не понимал, что делать тут. Потом уже, когда привык, так это... Я на ней постоянно зависал. Так, ну не знаю. Я нашел какой-то рандомайз. Сейчас проверим. Так, выбрать, учитывать повторы строк. Ничего не надо, найти победителей. Так, ну, что-то вроде бы выбирает, вроде бы что-то работает, да? Наверное, его. Попробуем. Ну, вот так вот, что-то заблочился у меня колесо удачи. Ладно, хоть до этого подготовил. Нормально все было. Так, я открываю скрины участников и сейчас потихонечку буду вносить. Смотрите, пожалуйста, кто-нибудь, что у нас с онлайном именно в Contract Wars 350 есть? 350 в Contract Wars есть онлайн сейчас? Сейчас глянем. 264.
Ну, что-то сегодня маловато. Маловато. А может, еще не все пришли с работы? Кто с учебы? Так, всего 9 человек должно быть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вроде бы усю. А, тут написано 9 записей. Так, ну определяем победителя. Напоминаю то, что если вы выигрываете 1000 или 500 ГП, больше вы не участвуете. Только можно будет зайти в самом конце, когда будет розыгрыш на 200 ГП. Имейте это в виду. Да, не занимайтесь, правда. Так, определяем победителя. Так, Юнгстаун у нас выигрывает 1000 ГП. С чем его и поздравляем. В последние катки с твинка только заходить можно будет, когда на 200 ГП. Не с того аккаунта, который побеждает у нас. Так. Здорово, мужики. Здорово. Ребята, кто чем занимается, пожалуйста, контролируйте свои звуки. Если видите то, что от вас идет шум, сделайте по нажатию клавиши. Спасибо большое. Че, Митя, да, скринца, да? Я с телефона сижу, слышно, как ложка брякает, да? Ну да, приятного аппетита, конечно. Так, Карась, скажи-ка что-нибудь. Чё? А. Я просто убедиться, ты ли это, может быть, кто-то там. Это не поклонница. Да, уже Карась какой-нибудь там. Да. Так, поздравляю, кинул тебе личку. Приятного просмотра. Так, мы с вами сейчас будем определять следующую катку. Эвок 2. Один сектор я убираю. Крутим. Interchange. Так, третий сет. Я удаляю, мы его отыграли. Второй сет выпадает у нас. Six Hour P226 и Fence Car L. Готовим оружие. Скарл FM хороший аппарат.
покажу, как должен выглядеть сет. Это так, это у меня со второго должен быть XAUR 226. Так, сейчас посмотрим, что все нормально. Саня, я могу еще раз играть? Еще раз? Я могу еще раз играть. А, только в самом конце стрима с твинка зайдешь, когда на 200 у нас розыгрыш будет. Угу. Так. Что тут у нас? Вот, то есть со второго сета Fan Scar L и P226R. Надеюсь, все приготовили. Режим, да? Надо сейчас угадать. Режим. Нет, я думаю, ХК же отыграем так же. Так, сейчас, секунду. А, режим, да, кстати говоря. Так. У нас там что? Интерчейндж выпал. Да, что-то я уже забыл. Себе не отметил. Интерчейндж. Да, ХК будет. Интерчейндж. У нас выпадает второй сет. Также разыгрываем 1000 ГП, ребят. Так, уже подключаются. ГХ заканчивается интерчейндж, режим ХК. Team Elimination. Five skill cool, привет. Убиваем Юсков. Осторожно, Грена там. Ребята, напишите в чате, кто активировал промокод. Я юзаю Шеринган, как Итачи. Вот он свой. Лагануло, и стрим подвисает. Ну ты на время игры можешь стрим отключить. Завис, ну это опоздание небольшое идет. Ну да, потому что там 10 секунд и просто неудобно будет звуки. Вот эти лишние лжезвуки. А не, я не играю, я просто сижу, смотрю, с вами общаюсь. Thank you.
Ну, как бы да, все как-то такие. Ну, эта карта вроде бы менялась. Раза два, насколько помню. Нет, просто есть разные режимы. Deathmatch, там она уже в сокращенном виде. Коротенькая такая. Не, раньше ее вроде не было. Здесь небольшие изменения по текстурам. Возможно. Где-то добавки были. Возможно. Я не помню уже точно. И много чего пофиксили тут в углу. Получается, где два бетонных огромных столба. Можно было на самый верх куда залазить, угу, и в угол сидеть, и крысить спокойно. А, ну да, 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 сам лазил. Я с АК-12 там сидел постоянно. Постфлекс, как долго будет стрим? Пока не разыграю промокоды. Но сейчас вторая катка на 1000 ГП. Еще как минимум так, 3 по 500 катки будут. И одна по 200. Это получается еще 5 каток. По-моему, так. Надеюсь, не как в прошлый раз, 3.5 часа. Может, пораньше. А тут 3 часа 40 минут, немножко уже все подустали, чувствовал. На прошлом стриме. Помнится, в 14 году клонконка была. Угу. Вот, я как раз на стройке тоже все, там она, ну, опыт еще была. На кивы, как сейчас, но опыт. Угу. А стройка самая жирная была по этому, по сути, опыта. Ага. Вот там, я там сутки почти сидел. Да там многие зависали, я сам там бегал, как, не да, знаю, с кедрой. С кедром бегал по этой карте. Карта-то здоровая. Именно на этой карте, ну как, лидер нашего клана, КТК, меня запрошил и потом пригласил себе в клан. Вот так вот я... Я постоянно тоже с ним бодался. Попал. Он с ДТРС-кой сидел, прятался постоянно. Я, блин, говорю, вылезай оттуда. Не, нифига. Я говорю, ну ладно, я сейчас дойду до тебя. С друидом постоянно тоже кусался. Саня, какой ник был у этого лидера вашего? КТК? Да, хороший человек, как-то так. Да. Ну, он и сейчас есть, как бы. Помню... там то ли 13, конец 13-го года, то ли 14, начало 14-го. Вроде бы, когда еще у меня был старый аккаунт, который я потерял потом, 39-й, я даже не знал о существовании кланов, там еще что-то. Ну, играю, запускается игрушка и играю. И вот, помню как-то на респе беров, там один игрок... Что, ну, как девушка там, как оказалось, делала проху. И у нее то ли 17-й килл был, то ли 18-й. И я такой этот решил помочь. Я тупо подставлялся там пару раз. Потом написал, типа, поздравляю. Да, такая, спасибо. Ну, то есть, вот единственный кач, который вот у меня был, скажем так. Когда я помог. Да, там... А там суета, народу много. Там вообще этот весело всегда было. А сколько мату было постоянно? Да. Саня, да. Вот это вот на третьем месте, да, он у вас лидер был? Да, вроде бы. Один как-то так, да? Да, да, да. Не знал, думал, кто всегда был. Как раз во время вот этих вот каток, ой, первых клан-гонок, я показывал очень хорошие результаты. Там 59-й левел у меня был. И
по всему клану у меня сразу уже с первых каток там не меньше, чем третья позиция по набиву опыта была. Потом меня пригласили в офицерство. Там, ну и так дальше, карьерный рост, в общем. Старался, да, во всех клановых гонках участвовать по максимуму. Порой по 6 часов играешь там. Сейчас генеральный директор, да, клана. Да. Договаривались, я говорю, ну как опыт ночные, там же с нуля, по-моему, включали. С нуля часов, то есть дополнительно 30% опыта набивать. И вот договаривались там, в час там выходим там, напоминалки, давайте, короче, там тащим, весело было. Ну, у вас Костик постоянно, тоже на одной клангонге, помню, он вообще что-то с Сайгой долго играл на терминале, на втором тоже клангонка была, так он за эти 15 дней что-то набил там вообще нормально. Он как-то писал, говорит, давай пойдем поиграем. Какой, говорит, поиграем, говорит, я эти сутки сижу уже, говорит, на этом терминале 2, я не могу. Мне, говорит, спички уже в глазах стоят. Не-не, я спать пошел. Вот тоже там так же. Утром проснулся, покушал, сел поиграть. Смотрю, время 2 часа ночи. 3 часа ночи, 4 часа ночи. Ну ладно, еще чуть-чуть и спать. Сидю 6 утра, лег спать. 2 часа поспал, проснулся и по новой. А еще помню, бывали такие случаи, когда, ну, как все кланы, которые друг с другом там по рейтингу идут, в притирку в клановой гонке, они следят за активностью. Если играют, и эти тоже поднажимают, мол, типа, этот, сейчас догонят, ребят, давайте все собираемся. И вот так вот, короче, друг друга мучаем, вот так, и они не ложатся, и мы не ложимся. И мы потом такую стратегию выбрали, давайте, ребят, как будто бы мы все пошли баньки, смотрим такие, и эти тоже чуть-чуть поиграли, и это тоже перестали очки набиваться там у них. Так, ребятки, 20 минут и в бой. Вот так вот, то есть дожидались, ну, хитрости брали, дожидались, пока противник, ну, как расслабится, как бы, все, можно отдохнуть, а потом утром приходят такие, че за беда. Вот таким вот образом, ну, играли, да, и мозгами шевелили. А другие админов просили, чтобы снимали с гонок. Ну нет, мы этим не занимались. Не, ну были такие случаи. Не, ну там были такие случаи чисто из-за того, что вот как раз вот на этой карте карусель или випа вообще по-страшному. Не, бывало все. Клан честно играет, но вернее не дает никак обогнать его. Что-то надо с этим делать. Гринару, да, третья часть была уже. Я не знаю, кто активировал. Хотелось бы, чтобы тот чел, кто активировал. С начала стрима я выкладывал 3 части промокода на 1000 ГП. Вот, кто был внимательным, то он, наверное, уже активировал. Возможно, еще и не активировали даже. Я не знаю. Информации в чате нету. Значит, еще гадают. Так, 5 минут у нас остается. С пистолетом, по-моему, никто не играет. Все only автомат. Да я и сам тоже, по сути. Надо немножко пострелять. Обвес тяжелый, Сашка, был. Можно было полегче взять обвес. Да, я просто взял то, что там было до этого. Так, я смотрю, нету. Чего нету? Третьей части нету? Была третья часть. Я могу только продублировать. Опа. Так, хотя бы один килл с пистолета.
Понятно. Кто-то активировал, но в чат решил этот не светиться, да? Так, почти. Молодец, что сразу не озвучил. Но задержка на стриме 10 секунд. Хотя, если бы кто-то в наблюдателях был бы. Ну как? Почему? Ростик, ты активировал, что ли? Я даже не видел. Так, а сейчас вот третью часть кинул. Заактивировали уже, ага. Пишет неизвестный код. А, неизвестный? Но ну, активировали, значит, уже. Обидно. Да. Ну, кому-то не обидно, наоборот. Приятно. Хоть бы в чат написал, что активировал. Да, нехорошо поступил в этом плане. Так, ну, я вот этот вот промокод просто целиком сейчас скинул, как он должен выглядеть. Чтобы уж наверняка... Это на 500? Это на 1000 ГП был. Ростик. Ты стримуй погромче включи, чтобы не было слышно. Да, активировал уже, пришли. Больше не будет, да? Я не знаю. Мне, прикиньте, написал промо. Мне написал в зеркальном этом. И я не могу стереть, чтобы написать новое. Посмотрите, какие вещи. Аморп, написал аморп, а стереть не могу. Сначала, что неизвестный код, а потом начали писать, что код уже активирован. Перебывайте. Я после этой катки сейчас перемотаю стрим, посмотрю, там у меня же чат должен отображаться. Я примерно помню, когда я его кидал. Третью часть? Да. Да, третья часть есть. SDGNG. Но это после того, как скинул, Саня. Сейчас я этот включу стрим, посмотрю в записи. Третья часть, потом Саша скинул полный список промокода. Выходим, да? Да, выходите. Я заскринил уже участников. А может, код старый? Ты думаешь, срок годности есть? Есть.
Да не. Кстати, по этому поводу сказали то, что срок срока годности вроде бы нет такого. Единственное, могут быть всякие сбои и откаты игрушки и серваков. Тогда вот в этих случаях, возможно, какие-то промокоды и сбиваются. Ну, скорее всего, с этим была ошибка, а потом его взяли, активировали молча. Потому что сначала писал неизвестный код, а потом я сейчас еще раз пытался ввести и написал, что код уже активирован. Пейте пиво, живите красиво, а добрал код. Угу. Ну, смотрю, в записи я на самом деле не вижу своего сообщения, хотя вроде бы отправлял. Бывает. Так, попробую еще раз я запустить. А может колесо такое удачи. Быть, что типа тайминги... О, все, заработало. Нет, третья часть есть, откати после части. Нет, это я потом уже еще раз продублировал, а так я ее скидывал, когда мы только начали заходить на карту. Вот в этот момент уже должен был появиться в чате. А что пишут, 5к забрали? Пишется. 5к ГП? Ну это шутка, наверное. Быть такого не может. Молчанка, Саша, здорово, удачного стрима, спасибо. Анатолий, спасибо. Так. Ну да, бывает такие. Вот в этом году я начал замечать то, что или еще в том году пошли такие вот моменты, когда в чате не всегда отображалось сообщение, с чем связано, не знаю. Так. Сейчас я буду заполнять колесо удачи наших участников второй катки. Не видно. Все-таки рулетка, она как-то поинтереснее смотрится, да? Сейчас, так, что там? Алло, что это такое? Так нечестно, так делать нельзя. А что такое? Так, да я вам просто закрыл доступ, посмотрю и сам активирую. Да нет, он руфлит, у него нет таких возможностей, он даже не модератор, ребят. Ну, издевается, ну, видно же. Это рофл. Так, давайте сделаем таким вот образом. Вот сейчас я подумаю хорошенько. Подумаю. Сань, ну вот смотри, если в чате не отобразилась третья часть промо, откуда, почему он не активировал? Я потом еще раз скинул.
в чат. Ну так я быстро его этот писал неизвестный код. Ну значит все равно не успел. Почему ты думаешь, что ты самый первый был? Молодой, неопытный еще. У кого-то уже было, наверное, наготове и промо написано, и первые две части как надо, оставалось только вот эту последнюю, и все. Ждал третий выход. Кто-то, возможно, специально даже не заходил на карты в этом в листе. Я там только из-за этого и сидел, промо две части написал и сдал третью. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Из 12 участников у нас 11, вроде бы все на месте. Также разыгрываем 1000 ГП. Определяем победителя. Ну, смотри, ты сейчас разыграешь 1000 ГП, и больше не будет 1000? Еще будет. Еще одна катка будет. Так, луч у нас выигрывает. Мои поздравления. Так, в следующих катках ты не участвуешь. Сейчас промокод тебе кину. Так, луч у нас в Дискорде, по-моему, был. Вот он, вижу. Мои поздравления. В личку тебе кинул, да. Всем привет. Привет. И смотри, пока не будет у нас розыгрыша на 200 ГП, ты больше не участвуешь. Олег, понял? Угу. Но и когда на 200 будет розыгрыш, не с этого аккаунта, а уже с твинка. Вот такие вот условия. Только для твинков даем возможность повторно сыграть. Так. Это у нас. Ну, выбираем карту. Так, интерчейндж, я удаляю сектор. Погнали. Мне кажется, у тебя задержка на стриме больше, чем 10 секунд. Ну, вполне возможно. Больше. Да, да. Стрим с опозданием больше, чем на 10 секунд идет. Сейчас на Ютубе пошли немножко такие дополнительные ограничения. Если я стрим провожу в 2К, то я не могу сделать совсем без задержки. Вот, тогда либо там чат отключит, либо что-то, короче. Вот. Да, и да, в 2К. Вот, либо качество картинки, либо 1080 разрешение, но без задержки. Я думаю, не такая уж большая проблема с задержкой 10-12 секунд. Так, спасибо, Саня, есть контакт. Хорошо. Так, значит, промокоды действующие, да? Угу. Отлично. Я уже хотел уходить. Уже вышел с Дискорда, то смотрю, ну, думаю, досмотрю рулетку, клуб есть. Я помню, в начале стрима ты сидел. Сейчас да, я вот это вышел, 5 секунд буквально вышел, и ты крутанул рулетку. Так, у нас карпаунд, карта и оружие. Так, второй сектор я убираю. Ладно, Саш, пойду отдыхать. Давай, отдыхай. Приятного вам стрима, хорошо доиграть. Всем победы, всем. Спасибо. Все, всем хорошего вечера. Счастливо, парни. Пока. Так, третья катка у нас будет на карпаунде и ребята ножи. А какой режим? ХК. Также в ХК, я думаю, отыграем сегодня. Или кто-то, у кого-то есть желание в аркаде поиграть? Ну, как бы есть. Есть, но давайте, начиная со следующих, вот когда уже пойдут по 500 ГП, я пару секторов, ну, там, среди 10 пару секторов на аркаде поставлю. А может, чуть побольше, посмотрим. Так,
Следующее у нас будет ножи. Можете приготовить там мобильное какое-то оружие, либо кедр, либо ПМ. Просто с них не убивайте, только с ножей. Минки нельзя, грины нельзя, только нож, ребят. А режим какой, Саш? У нас карпаунд, ХК и все сегодня катки будут в ТЕ. Какой сад? Ножи. Ножи. Так, уже подключается. PX заканчивается. Карпаунд. Так, почему я... А, вот, все, риснулся. Своих не режьте, а то кикнет с карты, не забываем. А чё, прям сразу кикнет? Нет, там 4 или 5 киллов, не помню. До 4. Короче, это оригинал, не оригинал, а классический. Да, до 4, наверное, еще терпит, а потом, а может, на 4 уже кикает. Но она кикает до периода, когда обновится сервак, перезагрузится. О, мистер Твистер тут. Твистера капец. У него просто пинг. Да, у него этот супер нож катана. Никому убить мистер не Твистер дает. Пошел в разнос. Да-да-да. Никому сыграть не дает. Нет. Мины нет, нельзя. Нет, нельзя мины. Ой. Еще невозможно никого убить. Задержка сильная. Ну, 12 секунд. Не, имею в виду, что у соперников действия раньше происходит, чем у меня. Ага. Там минку кто-то кинул. Ну, если кто-то от минки... А чей-то умирает, мы его не включаем в рулетку и вот. Ну, шаруки 5 метров, главное бы. Да как так-то? Как обычно. В аркаде немножко интереснее в том плане, то, что ты не паришься, махнешь ли ты своего там, не зацепишь ли. Как бы осторожничаешь, идешь напролом в массу. Так я тут своего пытался что-то каким пырнуть. Он от меня отбегает каждый раз. Я потом только понял, что я там свой. Непривычно забирать. Упс. Сзади, сзади, осторожно. Упс, газ.
А сзади-то зачем резать? Блин. Чё за народ, блин? Да. Не, понятно, что тактика дело индивидуальное, но все равно, блин, этикет должен быть, наверное. Джентльмены вперед, да. В очередь. Блин, чё ты? Чёрт, вот так вот фаниться легче. Я попал! Опа, как резко он вышел из кустов. После кустиков, наверное, мобильный стал. Так, со спины зайдем. Да чё такое? Блин, я вроде бы этот так неожиданно повернулся к тебе, а ты все равно меня зарезал. Пишу, смотри, что рептеррорист творит. Да, он тоже неплохо играет в ножи. Но он почестнее, чем мистер Твистер. У мистера Твистера там непонятная система какая-то. Это, по крайней мере, за 5 метров не убивает. Не, ну его так-то раза 3. Я бы не сказал. Разбанивали. А чё, так же? Ну, на моей памяти его раза 3 разбанивали. Из-за ножей? Террористом. Я не знаю, из-за чего он в бане, за что ты был в этих списках. Там смотришь, бегает на карте. Ну, значит, не читы были, раз разбан. Ну, три совпадения, это, блин, по-моему, читы слишком часто. Ну, хорошо, если играешь. Ну, некоторых вообще не трогают. Ну, кто плохо играет, да, согласен. Он меня ни разу не банил. Нет, наоборот, кто чересчур хорошо играет, не трогает. Даже ножом не ударил, видно было. Попал два раза и не убил. Да, как так? Я карный бабай. Промахиваюсь и промахиваюсь. Своего, да, блин, парни, простите, блин, я вообще что-то туплю. На своих срываешься, да? Так смотри, руки. Четвером не ждать своей очереди, да? Короче, получается, идешь, машешь, и мимо него пробегаешь сквозь него. Или как-то. Ну, короче, непонятно, что. Ростик, по тебе урон не прошел. Хуже всех играю, блин. Ну, невозможно, наверное. Опа! Стоять, красавчик. Да елки-палки. Ванёк взял свой любимый кедр. Розовый. А тут... Ладно, хрен с этой рулеткой, играть невозможно. О, 3! 4! Стой, заходите, кто хочет. А в рулетке я не тоже так сказал, сейчас. Одну карту последнюю доиграл. А? Я тоже так сказал, последнюю карту доиграл, хорошо, что... Одно место упало. Есть, ребят, заходите. Кто-то в наблюдателях сидит.
С длинными руками, даже не проходит вообще. Борьбы еще не нашел. Наблюдатели второй, и все стесняются зайти. Что за дела? За 3 метра от... Серьезно? А кто тебя? Я? Рэп-террорист. Угу. Я за тебя. Им надо дуэль, вот, мистер Твистер и рэп-террорист. Мне кажется, он ничья будет. Или мистер Твистер его выиграет. Если один за 5 метров и второй за 5 метров, в итоге каждый в конце катки, ой, карты стоят такие и машут друг друга. Стоят на большом... 10 метрах друг от друга. Да, как джедаи... Как джедаи на большом расстоянии, там, за 20 метров. Я увернулся, да-да-да. Метательными ножами друг друга, да, подключивают. 5. Сорян. Упс. Так, пока скрины не забыл, надо сделать. Чех кого убил, просить, пожалуйста. И кого не убил, да? Нет, я убил троих уже. А, еще своих? Один мест... Своих, да, еще один килл меня кикнул. Да, стой, короче, газеты читай. Да-да-да, лучше поставить в сторонке, как хотел сказать. Мой килл последний считается за 10 сразу. Закончил скатка. Ой, 6 на 19, нормально. А, один килл не хватило. ДКД один. Опять провоцирует. Зачем это писать? Так. Я отойду пока. Да-да-да, можете чай попить, пока тут вношу всех. Отдохните. Как этот в школе там разминали пальчики. Мы устали. А, мы писали, наши пальчики устали.
Саня, за плюс будет рулетка? Я не знаю, вполне возможно в самом конце. Посмотрим. Я не хочу ни обещать. Я люблю, когда вот что-то спонтанно все и без всяких планов. Потому что не всегда получается, когда все по плану и начинаешь расстраиваться из-за этого, что что-то получается не так. Поэтому, ну, мне проще, когда вот все идет так, как идет. Так, у нас количество участников было по 6 человек, 12, 11 участников должно быть на рулеточке. 6, 9, 11 есть. Определяем победителя. Кому достанется крайняя на сегодня 1000 ГП. Даня, я тебя поздравляю. МС Киллер прокил. У нас выигрывает. Нифига себе. Офигеть. Даня, красава. Спасибо. Спасибо, парни. Поздравляю. Если долго мучиться, что-нибудь получится, да? Мучиться, да. Да. На прошлом стриме выиграл, на этом стриме выиграл. Красавчик вообще. А ты на прошлом стриме 1000 ГП выигрывал? Он не 1000, он не 1000 выиграл. Ну, я к тому, что с прошлого стрима, возможно, этот не активируется. Но так как ты не выигрывал, значит, у тебя все нормально должно быть. Даня, дальше ты не участвуешь. У тебя твинки есть? Есть. Вот с твинка, когда будет у нас катка по 200 ГП. Не раньше. Давай. Давай. Без проблем. А я тебе не скинул разве в Дискорде? Сейчас. В Дискорде я тебе кинул. Да, Саш, все пришло, спасибо огромное. Так, ну что, сейчас уже будут у нас катки по 500 ГП, и будем определять сразу двух победителей в каждой катке. Так, карпаунд я убираю. Вектор. Будь здоров. Так, следующая карта у нас на Эвок 2. Больше этого сектора не будет. Так, ножи я также этот сектор убираю. Так, выпадает у нас сектор любое оружие, так что не парьтесь, с чем хотите, с тем играйте. Даже Абакан можно. И все сейчас такие, все Абакан возьмут. Да-да-да. Не, ну,
А, кстати, я забыл по поводу ХК либо аркада. Или в ХК проведем? Давайте в ХК. ХК, да? Давайте. Нет, ну я все равно обещал. Я обещал, я хочу. Да, сейчас. Привет, Марат. Марат, привет. Выспался? Ну, сейчас посмотрим, что выпадет. Так, я как-то заодно выиграю за это. Я думаю, так нормально будет. Сейчас посмотрим. И сейчас такая аркада выпадает. Нет. Хардкор у нас выпадает. Так, еще раз. Эвок 2. Любое оружие. И ХК. Сейчас я у себя отмечу вначале. Так, четвертая каточка. Так, на стриме же видно все? Видно. Рекорд для мужиков. Будет Эвок 2 Team Elimination в режиме ХК. Как ко мне начнут подключаться на карту, я сообщу в Дискорд. Рекорд Эвок 2 ТЕ, да? Да, ТЕ. Ну, Эвок 2. Да. Так, А5 заканчивается. Уже подключаются люди. Блин, уже сервер забит. Ага, все, уже забит. Да, они все поэтому. Ё-моё, а опять нет. Да нету места, я там, ну вот нет места. Где надо было на 12? Абакан. Либо что за оружие? Как ПДВ? Да. Прикольно, у тебя это как делать? Камуфляж? Нет, не камуфляж, это как делать. Обвес? Обвесы? Коллиматор? Коллиматорный прицел? Коллиматор, да-да, прицел, да. А мне такой тоже надо, на как делать. На МП-7. А на МП-7 есть такой прицел? Наверное, есть. Ну, с МП-7, по-моему, никто не целится. Всегда от бедра стреляют. Не целится. Целится, да?
Я на B5, ну, по-моему, когда играл. Ну, маленький расстанет, как бедра, да, но да. Дальше целиться надо. Может, перестреливает его. Вообще у тебя прикольно, кстати. Мне нравится такой прикольный, кстати. Макс, здорово. Сверху. Еще раз. Прилипу сверху на бутылю. Чего? Ого, как это тебя убили? А, так я не убил. Кристор, как всегда, в своем репертуаре. Че, с ножа убивает? Нет, абака. А. Кейт, я в ДС в Дискорде. Ага, Грена. Честно, сколько? Там человек 5, наверное, наблюдатель тут. Ой, свой, извини, в спину пострелял тебя. I'm so sorry, man. Затише. Кишка, где они? Ну да, как и говорил, все баканы взяли. Ну дай им немножко поиграть, но 3 месяца у меня на стримах не играли с абаканом. Разочек уж. Да они без твоих стримов хорошо играют с абаканами. Твои-то выпили уже ведро у каждого. Постоянно, как ты зайдешь на карту, постоянно то один, то два с абаканами точно есть. Щедрой рулетки не будет. Щедрый, откуда? Имеешь в виду на Ютубе? Да. Я не знаю, точно не могу сказать. Как получится. Блин. Извиняюсь, на 19-м, блин. Как так, блин? Макс, а давай этот в чате. Не сейчас, не сегодня, ладно? Официальный стрим все-таки. Кстати, а щедрая рулетка будет в ближайшее время должны, ну не то что должны, есть информация, то что в ближайшее либо до конца ноября, либо в начале декабря появится новость по поводу всяких новшеств. Пока только вот такую с такой информацией могу поделиться, ребят. Сань, когда говоришь? В начале декабря? Либо в начале. Ой, в конце ноября, либо где-то вот в начале, ну, может, максимум в середине декабря должна появиться новость.
по 100%. Предположение. Ну, это как бы не официальная инфа, но информация есть такая. Официальная информация будет только в группе именно запостена как новость. Вот это уже будет 100%. Я просто указываю примерные временные рамки, когда можно что-то ожидать. Не, ну конечно, это радует, обнадеживает. Дай бог, что случилось такое. Да, все с нетерпением ждем. И стримеры, и игроки. Вау, дабл килл. Найс. А где они там? Денислав, кто может скинуть нормальную ссылку на КВ? Денислав Хамидулин. В описании к стриму есть ссылка на ВК, на мою страницу. Там в ленте новостной. Полистай вниз. Где-то вот то ли четвертая, то ли пятая новость, связанная с багами звуковыми на картах, когда не слышно ни минки, ни грены. Вот, вот это вот как бы вот решение. Такое предлагаю. Вот, а по поводу регистрации, я уже говорил в начале стрима, попытайтесь, если у вас на странице контракт Варса не проходит регистрация, хотя, блин, странно, за столько лет, ну, не знаю, я один раз только регистрировался, почему вы из недели в неделю каждый раз проводите регистрацию, что у вас банится аккаунты, что ли? Ну, короче, неважно. С любого браузера попытайтесь пройти регистрацию, только не Google Chrome. Вот, тогда, возможно, у вас появится. О, ну, как сможете зарегистрироваться. Через Яндекс не лагает. Да, вот через Яндекс советуют. Если он было написано, блядь, что до 2020 года какого-то месяца декабря, что ли, это отключающий канал. А бот флайс плеер там. Есть такой, нет такой? Еще раз. А бот флайс плеер отключается. Угу. До какого-то 2020 года. Вроде уже отключили его. А? Флайс плеер ты имеешь в виду? Да, да, флайс плеер, да. Включили вроде как. Тоже у всех посетителей, да? Вроде, да. Ну там попробуйте, что еще есть? Mozilla, Opera. Какие еще есть? О, в Яндексе я не веду. Вот я через Яндекс. Можешь в Яндексе в последней версии. Нет, у меня другой какой-то браузер появился. Не помню, как называется. Скажу так. Вот у меня несколько твинков есть, все через Яндекс регистрировал, ни разу проблем не было с регистрацией. А когда последний раз? Месяц назад. Так начали жаловаться, по-моему, как, ну, полмесяца назад, ну, недели две. Когда глобальный сбой пошел у них на сайте, после этого, по-моему, нет. Может, так как-то совпало, не знаю. YouTube вырубать с Яндекс через другой браузер. Да, попробуйте с другими браузерами. Денислав Хамидулин в клан примешь. Вначале выйди на связь через ВК, а потом мы с тобой спишемся. Я думаю, проблем не должно быть.
пишет, нет. А то некоторые в ВК выходят тоже на связь. Уже всех в клан добавляешь, в чат, ну, в общую беседу. А заявки так и не кидают. Ну, че за дела вообще? Не знаю, кого обмануть хотят. Здорово, Антон. А что, не через браузер? Нет, ты скачиваешь клиент, просто саму регистрацию проходишь через браузер. Только не Google Chrome, там Mozilla, Opera, попробуй. Просто у кого-то проблемы с регистрацией именно на сайте Contract Parts. Выходит ошибка. Так, 130, пора, я думаю, скринить участников. Ты когда первый раз залегал? Ларский здесь, я его оставил, то есть я прокал. Вот теперь Тузик. Хотел это... Вот, а по поводу вот этой ошибки, то, что вылетает, кому интересную информацию, почитайте потом. Там пишут. Мистер Твистер всех вот под одну гребенку. Чужие, свои. Главное убить, главное убить. Хорошо, Макс, давай, пока отдыхай. А у тебя все пистолеты, да, автоматические? Почему? Нет. Ты так быстро нажимаешь. Ну да, прокликиваю очень быстро, смотри. Чекай. Да-да-да-да. Вот так вот. Каждый раз после стрима остаюсь этот и тренирую пальчик свой, да? Прикликиваю. А, ты дежуришь? Все, понял. Хорошего дежурства там. Чтоб не сквозило, не поддувало. Он что там, сутками, что ли? Ну да, там скользящий график. Сколько ты, через сколько-то? Ты спросил, случайно там с гусями они дружат? С кем дружат? С гусями. С сутками дружат, а с гусями. Вот за столько времени ты, как у меня на ютубе, уже года два как минимум, да? Марат? Что, я? Да. Ну, знаю. Вообще, я имею в виду, как бы... И впервые от тебя слышу шутку. Блин, я вообще... А? Да. Ты прям меняешься, на глазах растешь. Да, за два года так я вырос. Я так зашел, посижу, ладно, хорошо. Хорошо, хорошо, посиди. Усаживайся. Спасибо. Удобней. Чтобы места бы были, на карте. На карте. Так, нет. Я уже скринил так-то. Кого скринил? Участников. Надеюсь, может, на последний карту как-нибудь вместе поиграем. На последний карту. А почему на последний? Ну, блин, потому что, блин. А, ты зайти не можешь, ясно. Да? Ну, не один. Ну, я один. Да. Пока 30-40. Ладно, давай, Сань, пойду я. Давай, пока. Тоже отдыхать? Давай. Да, отдыхать пойду. Что у тебя за микрофон, Саня? Так, у меня... так, не помню, новостная лента у меня на моей странице. Я как-то выкладывал и фотку
микрофона. Маона А03, по-моему, что-то как-то так. Сейчас. Ты просто в компьютер его воткнул или через... Да, просто в компьютер. А, все, я нашел, вот он. Да-да-да. Да, прикольный микрофон. Аус. АУ, причем, А3, да? Да, в отзывах, когда я читал, там писали то, что нужно обязательно через звуковую, там еще что-то. Да-да-да, ну, потому что конденсатор. Вот, ничего подобного. Как бы я воткнул, у меня как тыловые, получается, спереди разъемчик. И все нормально работает. В этом... В Дискорде, вот по сравнению с предыдущим микрофоном, если раньше я ставил на 10-15 усиления, здесь, ну, 6 уже за глаза. Ну, это дискордовское усиление. Ой, не дискордовское, а через OBS. Есть. Комплектация полная, там и паб-фильтр, да, и вот эта вот варежка. Я по фильтру отложил, да и все. А че так? Ну, он здоровый. Вообще, этот, его если поставишь, он там пол экрана у меня займет. Так, ладно. Я немножко отвлекся, пока все пошли чай пить. У одного знакомого тоже микрофон был за 5000. Звук сначала был такой себе, подшаманил, может, там что-то ну, сделал. Ну, мой тоже 4990 где-то вот так вот вышел. Подшаманил его, у него такой звук прям как... очень классный стал, как стример, прям мощный. Чинегом играешь? Еще раз. Чинегом играешь? Нет, то что падает, ну в основном кас по ДВ сейчас, последние катки у меня были. Что-то опять у меня проблема с этим, с колесом удачи. Ладно, попробую открытого подредактировать и внести участников. Видел, промокоды какие-то разыгрываешь? Ну да, бывает, разыгрываю, как и сейчас. На ГПшке? Ну, и в основном, да, только на ГП и дают. Это раньше что-то на стволы, на спецоружие на 6 часов давали. Ну, там, последний раз помню, какой-то баг был с печенегом, и решили больше на спецоружие не давать промок. Новое оружие какие-нибудь есть? Нет. Вы прежние. Это работает. Какому человеку ты пришел голос в этот человек? Кто сейчас говорил? Что, просто надо вставить, что ли, да? Нет, ничего не надо. Это я вношу участников, которые зашли в предыдущую катку. Среди них. Играет? Парта. Ну, он периодически заходит. Еще один парень был такой. Я не понял, на Б что ли у них был такой. Только что вот его голос здесь только что промеркал. Такой мой что ли? Нет, нет, нет. От тебя-то я не забыл. А ты там все время не забыл? А? Так, раз, два, три, четыре, до сих пор, наверное, играет с этим. Девять. Девять участников. Вроде бы все. Так, четыре. И тут пятерка. Определяем двух победителей. Двух, да. Победителей по 500 ГП. Да. Рэп-террорист у нас... Первый победитель. Все
тебя компьютер? RTX 2060. Ого. Так, RepTrialist. В принципе, никого. И следующий. Animal Mother. Так, часы. Лёх, ты тот, нет? Рептеррорист на прошлой неделе у нас не выиграл уже, да? По-моему, нет. А вот Animal Mother на прошлой неделе выигрывал у нас 1000 ГП. А сегодня 500. Тоже должно активироваться. Проблем не должно быть. Так, колесо удачи. Включу. Блин, года полтора года выиграл вообще здесь. Если честно, блин. Пролетки. Пошел без выигрыша. Так, а что вам нужно, победители, да? Либо в Дискорде, либо в ВК отписывайтесь, чтобы я нашел сообщение. Сейчас это, свежим воздухом не пойдешь дышать? Саня, лампочка, можешь что-нибудь еще сказать? Зачем? Нет, не он. Да вот я не могу вспомнить никнейм. Такой жесткий парень был. А Санчо ушел, что ли, да? Нет, я здесь, я... Я думал, ты свежим воздухом пошел дышать. Это вы все пошли, а я тут работаю. Ну ты пойдешь, нет? Или нет? Да, я думаю, схожу. Быстрее прогоняешь. Вначале промки раздам. Так, рэп-террорист у нас этот получил и... В ближайшие катки, рэп-террорист, пожалуйста, не заходи. Если есть твинг, то только на крайнюю катку, когда будем разыгрывать по 200 ГП, об этом я сообщу. Когда можно будет заходить с твинков. Так, и. Так, у нас Animal Mother еще, да, остался? Так, в Дискорде. Animal Mother есть у нас в Дискорде здесь? Мальчики, девочки. Да, плюс 20 рублей. Интересный ответ на мой вопрос. Давай-ка еще раз спрошу. Animal Mother есть у нас? Нету? Значит, нет. Так, ну, смотри, я еще секунд 10, ну как, 30 подожду. Ну, максимум минуту. И потом разыгрываю по новой твой промокод. Поэтому давай напиши мне либо в ВК, либо в Дискорде. И то, и другое можешь найти в описании к стриму. Сколько сейчас онлайн вообще в КВ? Уже не успеет. Сколько онлайн КВ? Сейчас посмотрим. 1010. Нет. Ну, в начале стрима было 260. Упал чуть-чуть. Ну да, но неделю 350 держалось стабильно. В прошлом году было около... Ну, 352 да. Сейчас. Ну ты сравниваешь с прошлым годом, конечно. Да. Были летом приседания там до 200, по-моему. Сейчас немножко отошло. Вздохнул КВ немножко. Онлайном. Супербот, я под конец зашел на карту, а меня не вписали в рулетку. Че, серьезно, что ли? Обиды досадно, ладно. Так. Это мой косяк. Супербот, напиши мне, пожалуйста, в Дискорде. Я тебе 500 ГП так дам. Нормально.
Ну, сам накосячил, что теперь уж. А это, чтобы участвовать в рулетке, мне нужно в конце? Достаточно, чтобы в конце зайти в игру? Можно в конце, но я обычно скрины делаю, там, не знаю, за минуту, там, за 30 секунд или как-то так до конца катки. А видишь, получается, он после того, как я скрины сделал, он зашел, а я что-то не удостоверился. Я почти весь раунд отыграл на его месте, по-моему, до него и как бы это... Не понял. Не никаких претензий, никаких претензий вообще абсолютно. Саня, я захожу на эвок. Молодец. Там, получается, ты и Аравия. Помнишь Аравию? Ну. Вот вы там ждали, пока соберется людей. Я такой захожу со своим 50-м левелом. Начинаю с вами общаться, и ты такой говоришь. В Дискорд пойдем. Че? Я захожу. Дискорд? Дискорд говорю, да, Дискорд звал. Ага. Я зашел, мы сидели вот так вот. А в КТК попал. Так, у нас Animal Mother так и не вышел на связь, как я понимаю. Давайте вот так вот поступим. Я супербота тогда просто в рулетку добавлю и прикручу еще раз. Так будет правильнее, так ведь? Да. Так, супербот. Все верно. Вот. Не иди на ошибки. Да ё-моё. Каспы ДВМ. Так. А, я забыл что-то. Оружие это добавили, нет? Нет, не добавляли. Вот, блин. Пацаны огорчили, ну... Ну, как бы, видишь, тут все вживую. Вот. Один человек не вышел, значит, у нас промокод не ушел. И есть возможность вот сейчас повторно разыграть. Так, Animal Mother. Я тебя исключаю. Так, потому что ты не вышел на связь. Вот, и крутим. Сейчас посмотрим, на кого в этот раз покажет. Выигрывает у нас Кеса. 2 минуты. Время пошло. Кёска? Уже взошел в Дискорд. Или Кеса сейчас тоже где-то далеко. Кеса, выйди на связь. У тебя есть возможность получить промокод. Куда еще минус? Кеса здесь? Так, здесь нет. Иду в ВК. А вот в Дискорде написал. Хорошо. Мои поздравления. Спасибо. Денис Лам Камидулин, я после стрима с тобой спешусь. Ладно, сейчас пока, чтобы не отвлекаться. Ух ты, промокод. Александр? Да. Ясно. Так, ребят, я немножко, давайте пойду чайку попью. Минуты 3-4. Я уже попился. Там чаепитие, ну, что ли? До приятного чаепития. Да, спасибо. Здорово.
Здорово. Привет. Здесь никакой бутылка. Ой, блядь. 0.08 поставь. Илюха, и ты идешь, что ли? Угу. Истинно. Вчера же с тобой сидели, машины тут выбирали. Чуть на байпет, на 0.08. Погоняем. Да не заебется сервак, Марат. И брони мне только снял. Нормально. Ай, блин. Жаль. Убили, убили. Урон у меня не прошел бы. Ходи, иду. На Б5. Я уже там. А ты каким? Ты твинком играешь? Да прям, что бы твинком играть? Ну у тебя здесь нет, мы на 8 человек зашли. А, так я на другом. На другом сервере. На 8 человек. На 8 человек. А вы все полупустые, куча, короче, эти все там по 2, по 3, по 4 человека. Чё-чё-чё. Да блин, ну что такое меня перебивает какой-то нубик? Пистолет, блин. Я вам сердце.
Играйте, ребята. Что-что? Мы играем, играем. Я на B5. Что такое, блин? У меня кривой стол. Так, ну, Марзвен, ты чё был там? Ну что, играть будем? Чё будем? Играть. Так. Я просто уже приготовился. Чаёк, все есть. Как надо, да? Да. Так, я здесь? Да, ну. Так, на чем мы остановились? Так, Кеса и Рипторист у нас получили. Не надо. В следующей катке они уже не участвуют. Всё. Так, Эвок 2 я убираю. И определяем следующую катку. Просто эвок. Да, разнообразие. Любое оружие сектор я тоже убираю. Круто. Поиграем. Сейчас определим, какой у нас будет слот. Так, с пятого сета выпадают у нас пистолеты Грач и автомат АК-105. Я не понял. Как же хорошо, что я прокачал АК. Да. Еще раз. Как же хорошо, что я прокачал АК. Да. Сейчас нужен. Угу. А у меня такого ствола нет. Так. А какой ты сказал в конце? Я еще не зашел, название карты первыми увидят зрители на Ютубе. Потом, когда я увижу, что ко мне кто-то подключается, я объявляю в Дискорде. А какой там пистолет нужен? Сейчас покажу. Сейчас я прокручу, какой режим у нас будет, ХК либо аркада, чтобы точно знать. Пистик, пистик. Это на 500? Да, сейчас будет 2 по 500. Также у нас выпадает ХК. Прям не хочет сегодня у нас аркада. Ни в какую. Так, что должно быть у вас, ребята, с пятого сета? Пистолет Грач.
и АК-105. Одно из этих оружий у вас должно быть обязательно. И только с него разрешается убивать. Грена, ножи и минометки также можно. У кого нет АК, убивает только с пистолета горяч. И наоборот. А у кого и то, и другое. Немножко прервался стрим, заново переподключился. YouTube шалит. Обновить надо что, да? Да нет, сейчас должно загрузиться. В чате плюсик поставьте, если стрим пошел на YouTube. Да, он пошел, я вижу. Угу, все хорошо. Ну все тогда, внимание на экран. Режим ХК у нас. Эвок, ТЕ, как обычно. Я вот проспекту, да? Так, О, Д заканчивается. Неужто я посмотрю на карту? Блин, я карта ошибся. Сочувствую. Блин. Бывает. Третья попытка. Не вычал себе. Чего бы сейчас не попытка? Какой прикольный камуфляж у меня на все. Ой, блядь! У меня на втором аккаунте есть точка поджиг. Главное своих не убивайте, чтоб с карты не тикнуло. Я нечаянно убил. Нечаянно можно. Да. Но не чисти нечаянности своей. Что спецом в меня стрелял. Ну, я сейчас вот на такие тонкости обращать внимание не буду. Модераторы следят. Кто будет мешать играть, тем бан выпишут. Не смог. В атаку. Опа. Это не вовремя в атаку пошел. О, Витя. Витя. Паша зашел, что ли? Да. Я же все. Привет, Паш. Кого-то убил. О, я двоих тут убил. А нет, уже второй или четвертый, кого я узнал. А нет, пятый. Закидываем гренами в залетку. Эй.
Кобра перестреляла меня. Угу. Я тихонечко сижу, совсем незаметно. Не ты только сидишь там. Мне чего ты убиваешь постоянно? Вип ни в какую сдаваться не хочет. Я убил випа. А кто витязем-то? С витязем. Сейчас посмотрю. Так, $100, 100 руб, он уже был на карте, когда я зашел, поэтому если, ну как, конечно, человек как бы не виноват, но он участвовать не будет у нас в розыгрыше, если есть возможность, не знаю как, ну хорошо, кикнуть с карты, наверное, слишком жестоко будет. Это пистолет такой, что это? Грач. А что ты, блин, долбал меня убивать? Кикните его с карты. $100. Если есть возможность, ребята, карту уберите, пожалуйста. Ростик? Да. Ты же вроде когда-то хотел даже стримить начинать, нет? Было такое вроде. Да, блин. Было такое, вот я помню. Я стрим хотел раньше, да, было. Я помню, это было... А Кеса он уже выиграл, поэтому он не участвует. Всем привет. Здорово. Здравствуй. Кто это у нас? Правдом. Валерий Павлович. Как ваш, ничего? Ничего, спасибо. А что надо, чтобы выиграть? Делать, что надо делать? Убивать. Делать не надо ничего, главное придержаться до конца катки. Тактику придумать и придерживаться ее до конца. Да, постараться изо всех сил, чтоб... Ой, извиняюсь, своего стрелял. Чтоб тебя не кикнул с карты. Самое главное. Из своих, чтоб чужие повалить. Я своему по башке дал. Правда, он не умер. Тут с кем бегать? Тут Миша, а кто 5-го меня убили, кстати? Без у тебя... Беседу, не беседу. Канал, Дискорд канал, много людей заходит. Всегда вылезет. Модераторы, кто следит за стримом, пожалуйста, кикните. $1, 100 рублей, который. С карты. Че с ним? Ну, он с витязями играет. А че за руна? Все, я вспомнил. Я сам с ним играл. Одно место освободилось. Супербот зашел. Я вроде не бегу. Свитязи первую прошку дал. Какая там карта? Ну, того, кого надо, еще не кикнули. Так что еще одно место должно освободиться. Свитязи первую прошку дал. Там же карта ОД, да? Александр. Да-да-да. У вас 444 человека. Это вот так долго. Где? Вот в Дискорде здесь. Ну, периодически. Беззвучно. Да, периодически подключаются. Обалдеть. ОБВС России, по-моему. Ва, даже так не смог. Он и так был надамаженный. Живучий вип. Да, живучий вип. Надо его закидать гренами по этому поводу. Пью и помню. А, ну ты лишь чип зажимай.
не может. По точности. У горшка тут 2-3 аккаунта. У меня? У меня один аккаунт только. А нет, вот же я вижу здесь. Горшок. А, ну это с телефона, когда заходил, там, с рабочего компьютера. У меня вот всего только 2 аккаунта. Ты там вроде моделированием занимался каким-то, еще видос у тебя. Или что это? Ну да, был дел. Тяжело? Ну, времени много на это уходит. А я, по-моему, даже задавал этот вопрос тебе уже. Было. И неправда. Блин, кто такие? Это может на шоке ставить какие-то? Левша играет? Нет, он в основном в Тарков, насколько я знаю. Ну, периодически бывает, заходит. Но надолго его не хватает в КВ. Одну катку там, две максимум, наверное. И этот. Иди, иди, Ульян. А как его зовут-то? Ой, вот. Рома? Левша. Роман Левша, так и... Вижу. Контракурс я не зажимаю нубчиков, говорит. Не играет. Кого сейчас интересуется больше всего СП-то? ХК? Действительно, только... очень интересно. А где вы играете на какой карте? ОД заканчивается эвок. Ну, карта полная, по-моему. Американцы играют в эту игру? Да. За океан. Так, $1 минус, все. Спасибо. Сайт зашел. Какое-то провоцирующее такое имя. Почему? Я выписался, что... Круто. Вы что, стримить? Точно. Кишка, кишка. Слышно, да, слышно, слышно. Слышно, да. Трансляция уже идет 2 часа. Я столько сижу в меню. Все 2 часа сидел? Так, у нас еще 30 скиллов до конца катки, да? А, ну че, косой такой, а? Какой есть. Ты в меня стрелял. Все, поменял сенсу, уменьшил. Он с тобой начал разговаривать. Че такой косой-то? Какой есть. Ну да. Это как в старости. Бабушки, дедушки начинают сами себе стихотворение там, да, стихотворение рассказывать. Ребята, извиняюсь за прерывание трансляции. Если не ошибаюсь, Брега был этот модератор твой. Так, 129, да, ну давайте еще немножко подожду. Модером же, да, твоим был? Возможно. Брего. Так он был сегодня, по-моему. А он модератор еще? Да, вроде бы. И сняли его еще за коррупцию. А, ну, что? Посещает, здоровается, на стримы заходит. Бот СП, привет. Он так наигрывает.
открыто. Никого не попасть, да что за дела тут? Ой. Надо же. И тут. Так, пожалуй, начну я скринить. И он, кстати, в чате и появился. От Барега. Весь стрим молчал, да? А тут решил. Меня, типа, заметили мое отсутствие. Тут крышит всех налево и направо. Так, смотрим по киллам. Саран старался изо всех сил. 0.11 сыграл. Я тоже старался, блин. 11.28, молодец. Да и я, в принципе, недалеко от Марата, что там. У меня каждый кастер. Все, выходим, что? Да, выходим. Отыграли, молодцы. Предлагаю следующую катку просто сыграть в аркаде. У меня просто колесо удачи как не запускается, те, которые уже открыты. Ими пользоваться-то можно, но заново вносить ХК аркада. Этот. Долгая история. Так. Выбрать 7. Ростик. Прям уж совсем часто пошли сбои. Так, всего у нас должно быть 9 участников. 3, 3, 9. Так, ну что, определяем первого победителя. Литлорд. И никому неизвестный. Да. Марат. Поздравляю. Марат, ты выиграл. Че, горишь? Да-да, а ты мне куда, в личку отправил? Отправлю, в Дискорд, здесь же отправлю тебе. Так, сперва Литлорд, мои поздравления.
Спасибо. Вот, Марат, главное вот попасть на карту, да? А ну, там хорошо. Этот, плевое дело, промку выиграть. В Дискорде я тебе скинул, Марат. Ага, сейчас посмотрю. Долго не смотри, активируй. А сначала в промо надо написать по-русски, да? Да. Нет, не по-русски, ты чё? Нет, по-русски, ты чё? По-английски, да. Так, а у нас предпоследняя катка сейчас будет. Также на 500 по 500 ГП. А вот это сколько? 500 тоже, да? Да, это 500 было. Марат, ты в этой катке уже не участвуешь. Нет, нет, я буду. Только бы не лесопилка. Так, эвок я убираю. Самая страшная карта для меня. Так, в смысле, там... Ну, Абакана же уже не будет. У нас любое оружие вылетело. Так, терминал 2. Пятый сет. 2, я люблю, пятый сет я убираю. У нас, по сути, первый либо четвертый сет сейчас выпадет. Так, выпадает первый сет. Это Glock 17 и КАСП ДВ. Блин. А. Играем в аркаде. Первый сет. Это вот этот вот пистолет. Glock 17 DevGro, который за донат. К сожалению, у меня Glock нет. Ничего страшного, зато, возможно, у тебя есть КАСП ДВ. Фуловый. Ну, и все. Сказ по ДВ убивай. А карта? А карту увидите на Ютубе? Не, терминал 2 или я вот просто? Да, терминал 2. Понял. В аркадном режиме. Как начнут подключаться, я скажу в Дискорде. 0.5 заканчивается, терминал 2, Team Elimination. Ну, тут такая беда, что у меня этой карты нет. Вообще, в клиенте? Нет, вообще нет, нет. Только 3 карты и все пустые. Это аркада, ХК убери. Марат закрепляет сообщение в этом канале. Марат, давай я тебе после стрима помогу, ладно? А то ты сейчас скинешь скрин, запалишь нет, свой нет. Промокод. Не-не, я сейчас вручную буду возить, вручную. Да там... Смотри, попробуй. Ну, попробую. Ну, обычно копируют люди, пишут промо маленькими буквами, один пробел и потом цифры. И нужно проконтролировать, чтобы после твоих символов лишнего пробела еще не было сзади. Ну, в конце. Иногда и такое бывает. Да-да-да, говори.
Не, ну не знаю как, но я проскочил. Что-то маленько остался. И у меня что-то ПДВ что-то не так. Просто оружие стоит, я стреляю. Да, от бедра что ли попробовать? Целишься, не убиваешь нифига. Хотя я без пробива, без росича. Может из-за этого не удается перестрелять. Зато есть грены. Их. Две штуки. О, нифига, красава. Мощно. Так, причал, ребят. А, нет! Вот я. Нуб. На, я тоже кину. Вау. Классненько. Там что пытался сказать. Тёп-тёп. Марат захлебнулся промкой. Чё, получилось у тебя, нет, активировать? Да. Ну все, молодец. Уже сам промки можешь активировать. Совсем большой стал. Мальчик наш, Маратик. Ну, нормально, короче. Ну, научишься и копировать, и вставлять. А, ну да, вставлять можно. Ровно идем 68-65. Ну, почти. Равная сила. Это радует. Ой, по ногам дают. Ликвидатор, привет. А, давнишнее сообщение. Извиняюсь, пропустил. Кто здесь сидит? А, свои тиммейты рисуются. Поломалось, не ломайки, нет, да? Раз, если выиграешь, можешь не ломайку купить. Если оно того стоит. Упс. Навесом, что ли, кого-то пропустили? Такие есть.
Да господи. Ты тут прячешься. Что будет? Аркад, аркад. Так мы в аркаде играем. А, крайние катки, я думаю, в ХК проведем. По 200 ГП, которые. Ну, я, наверное, опять, наверное, играть, наверное, не буду, да? Ну, у тебя твинк есть? С твинка сможешь зайти. А, с твинка? Да, с твинка только. А если хардкор, то можно с твинка зайти. Ладно, сейчас я с твинка зайду. Готовься пока. Да что я косой такой? Ни одну игру, по-моему, в единицу еще не отыграл. Так, делаем скрины. На всякий случай. Пистолета. Найс. GG. Так, новичков в последнюю секунду вроде бы у нас никто не заходил. Да, следующая крайняя катка уже будет у нас в ХК. Разыграем 5 промокодов по 200 ГП. Сейчас я среди тех, кто у нас участвовал в предыдущей катке, разыграю 2 промки крайние на сегодня по 500. Так, всего должно быть у нас 11 участников. Так, 3, 6, 9, 11. Все на месте. Да. Стой, пока включил. Ну, давайте подождем с Славку. Да. Пока он включит у нас ПК. Никто же никуда не торопится. До пятницы все совершенно свободны, да? Кстати говоря, завтра пятница. Так, ну что, определяем первого победителя.
добавь скилл. Напиши в ВК либо в Дискорде, скрин приложи с клиента, чтобы я видел твой ник. Так. У нас выиграют 500. Так, второй. Ай, чуть-чуть. Как раз пролетел предатор. Нас побеждает. Аналогично. Либо в ВК, либо в Дискорде, предатор, чтобы я видел твой ник, скинь скрин. Да, на все про все 2 минуты, ребят. Так что поторопитесь. Так, 5 скилл, мои поздравления. Так, и ждем предатора. Редактор у нас вышел на связь. Поздравляю. Так, все победители в следующей катке. Если прям вот огромное вообще желание повторно участвовать, то только с твинков. Так, ну а мы с вами определяем крайнюю катку на сегодня. Так, терминал 2 у нас был, его убираем. Ребята, так, сейчас посмотрим, что у нас тут повторы какие есть. Я предлагаю эвоку брать. У нас мы один раз на эвоке отыграли, да, в принципе, до этого на эвок 2 тоже отыграли пару раз. Никто не против, если я эвок уберу? Да, в принципе, и карпаунд тоже отыграли. Давайте карпаунд и эвок я уберу. Да и терминал 2 только что играли. Остается 4 карты. Сайт Лайтхаус и 2 карты на Олесе. Можно инициативу? Интер был, да. На интере отыграли мы уже. Терминал 1 не было еще. Так, лес 2 выпадает, лесопилка у нас, да? Так, ну и что, у нас первый сет был, остается четвертый сет, Беретта плюс СВДС. Я как раз ее прокачиваю, его не прокачиваю, это убираю модификацию. И, как я говорил, играем крайнюю катку в ХК. Что у вас должно быть? Это с четвертого сета пистолет Беретта и СВД с снайперская винтовка. Тоже с четвертого сета. ХК, да? Как? Блин, а у меня нет этой, блин, снайперской винтовки. Ну тогда только с пистолета играй, либо с ножа. А какой пистолет? Беретта, самый верхний. А, Беретта, ну я его сейчас куплю. А далее, внимание на экран. А что там не играет? Так, какой ствол-то брать?
пистолет Беретта. И СВДС, если нет, то только с пистолетом играй. СВДС? СВДС, снайперская винтовка. Так, карта К6 заканчивается. Old South Mill 2. Ну, я куплю за 45 на 1 день. Какая карта? Еще раз повторяю. Old South Mill 2, К6 заканчивается. ХК режим. Заходим. Old South Mill? Да, 2. Ну, полная же. Блин, пока я тут найду, пока сплю, блин. Ну, просто стрим сказали, смотри. Сказали сайт, а не Old South Mill. Old South Mill 2. Будет 5 победителей по 200 ГП, да? Да, 5 победителей по 200 ГП. Перезарядка, е-мое. Халвамас, давай не будем писать такие вещи в чате. Я не терплю оскорбления. Так, у нас тут нарушитель, а кто именно? Сейчас посмотрим. Так, Беретта, СВД, СВД, СВД. Беретта, СВД. Нарушителей я пока не вижу, ребят. Все вроде бы нормально. Что? С ДТ играет, сейчас посмотрим. Да, играй со снайпера. А, он пока не убил еще? Убил. Я убил? Меня. Я со снайпера. Так, а кто играет? Тазик? Тузик? Тузик? Сейчас посмотрим. Так, Тузик у нас не выходит, что ли? А кто я должен выходить-то, блин? Я со снайперки играю. А, ты со снайперки? Со СВД, я. Там просто говорили с ДТ, типа играет кто-то. Откуда ДТ, блин? Вот я могу стрельнуть. Не-не-не-не, ну, если нормально все, тогда нормально. Нет-нет, нормально все, блин, я все, блин. Хорошо. Ой. Сразу пока не вижу никого. А вот. Мой первый килл, по-моему. А, точно. Там свои. Где они? Где? Они что, все невидимки, что ли? Непонятно. Я где-то бегаю, бегаю.
Вот здесь уже. Приятненько. Ох, как он. Раз и все, я минус. Я в зомби превратился. Убейте меня. Давай помогу. Все, все, убили, убили. Марат, у тебя как оружие называется? Я с пистолета играю. Ну, с пистолета, да. У Тузика нету СВД, он играет с пистолета. Просто, наверное, основное оружие все видят, что у него. На самом деле он убивает с пистолета, с берета. Я уже говорил об этом, у кого нет СВДхи, СВДС, те с пистолета убивают. Ой. Да откуда убивают? А, они уже все на трансе рисуются. Второй килл подряд, нифига себе. А нет, одного подранка забрали у меня. Засчитался только один. А, я забрал. Да. Ты про того, что за камнем стоял? Так, на курятнике верхнем. Три. Вас тут нету. Тузик бегает там. Тузик, Тузик, иди сюда. А нет, супербот там. 2.13 игра. Слабо. Да, не спил. Ой, я вижу. Алексей Козеев, регистрация на сайте не работает. Уже второй день пытаюсь зарегистрироваться на нескольких компьютерах. Пробовал. Попробуй браузер не Google Chrome, там, к примеру, Opera, Mozilla, Firefox, там как. Не Google Chrome. Попробуй другие браузеры. Позик убил. Да, это крайняя катка. Ой. Не надо печалиться. Как я хорошо в спину убиваю, а? Прям спиногрыз. О, круто. Опа. Кто тут у нас? Тря-та-та-та-та-та-та-та-та. Супербота убил. Как я сейчас только что прокликал-то, а? Нехило.
Отличная местечка. А больше нет, карась. Ну все равно ранил. А уже сбоку подходит. Ты его не убил бы. Как раз вот спрятался и где-то сбоку, наверное, убивает всех. Как ты меня заметил? Я же весь закамуфлированный под траву. Вот как вид, так я кого-то могу убить. Как не вид, могу убить. Ой, ой, все убили. Бегать не могу, ничего не могу. Ой, ой, ой. Да блин, он мой был. Вот так вот, а воровать ты? Чужих. Я вот фигачил, блин. Не стекали больше. Фактически. Фиг, они все ходят. На пригорке уже подходит тут карухи. Круто, у меня КД 9.25. Нормально. Ну все как всегда. Как-то подняться в итоге не получилось. Понятно. Опа, опа, опа. Откуда? Сверху на камнях. На голову. Чего? Меня попадает, у меня вся башка трясется. На голову сказал. Ни в кого попасть не могу. Ой, сразу двоих. Затеский, извини. Ты мне стоил 200 очков. Они все было развалили. Чё, с грены? С ножа. А. Здоровья тебе крепкого, да? О, кто прокликивает так? Ту-ту-ту-ту-ту. Автоматчик, блин. Тренировки. Да. Может, макрос. Бассейн, нет, там, тренажерка, да. Скрины, Саня. Но я скрины уже сделал. Как говорится, локость рук и никакого мошенничества.
А еще мозги, да? Их у меня нет. Отставить, да? Там, а, свои. Так, надо сесть. Волшебные камушки. Один. А, что это? На орехе рисуется. Оп-оп-оп-оп-оп. Молодцы. На вот меня. Тебе 009. Баню эту карту. Когда я эту карту не люблю. Все простреливается, да? Да не только. Все тебе фигачат, ты не знаешь откуда. Ты вроде пытаешься кого-то найти, но бесполезно. Кобра 7. Вроде видишь, фигачишь и все равно попадаешь. Рэмбо, Позфлекс. А, так, я не включил же экран. Рэмбо. Ты что-то скинул туда? Что? Это какой-то промо скинул какой-то, да? А, это у меня случайно вывалилось, упал, наверное. А. Взял первый, но у меня КВ залагало, я не мог вернуться назад в вкладку КВ. Я видел первый. Пока перезапустил, уже кто-то взял. Прям все против тебя сегодня, да? То стрим с Дискордом отключается. Кто-нибудь активировал, нет? Забыл R написать. Где? Артур? Ну, а, да-да-да-да. Что было? Хотя пофигу, забей. Ростик, Акас. Вот у меня на харде КД 0,85. Это 25 тысяч смертей. Ой, нет, 25 тысяч убийств, а 30 тысяч смертей. Так, кого-то я пропустил. Всего 10 Тузика, участников. Тузика пропустил, Тузика. Тузика записал я. Так, 3, 6, 9, 10, должно быть 11. Да, смотрим. Я тут Тузика записал, тут не видно. Так, по порядку, Кобри 7, Рэмбо. Флекс. А, затецкий гусь забыл я. Точно. А, вот только вижу. Это прям своего, ну, реклама. Роман, WF, можно тоже рулетка. Два месяца не был с вами. Только участников. Как-нибудь будет рулетка для Ютуба, но сейчас только участники. А, когда я последний раз рубал. А, ребята, давайте. Если есть желание на убывание, то минус. Либо на кого выпадает сектор, тот сразу выигрывает, это плюс. Но убывание это когда мы потихоньку и остается у нас всего лишь 5 участников. На убывание, да? Хорошо, поехали. Что так мало? Чуть лучше один минус. Слишком маловато. О, теперь 2.
Так, а про 100 Артура первым вылетает. Обидно. Бывает, извиняюсь. Зачем все минус ставили? Ну это на убывание, значит, рулетка. Рэмбо вылетает. Улыблюсики. Да уже рулетку запустили. Гринару. Минус. Хотя стой, тут всего лишь только 3 плюса. Минус, минус. Да уже все уже, блин, рулетка уже поехала. Да. То Magical минус. Тузик минус. Еще один человек. Кто же улетел сюда, блин? Выгнали, блин. Так, Хакас минус. Оставшиеся Кобры 7, Оз, Флекс, Ростик, Супербот, Затески, Гуси, либо через Дискорд, либо через ВК выходите на связь. От вас скрины с клиента, где, чтобы я видел ваши ники. Кобра тут. С вами же, ну я этот потом уже после стрима разберусь. Со всеми остальными я прощаюсь, ребят, уже что-то с голосом. До новых встреч, всем пока, очень было приятно со всеми вами поиграть. И спокойной ночи. Всем удачи. Что еще поиграем? А кто выиграл-то последний? Опять человек выиграл. Я первый кто вылетел. Давай. Кто не знает, ой, кто не знает, как тогда будет турнир? А? А, рулет? Рулет, рулет. Да, наверное, да. Мне самое интересное, по-моему. Блин, ну это, прикинь, я как-то играю, короче. Короче, а бокальник нормальный, что он? Смотрю для кого.
Ну, я не расскажу, говорит. Ну, для меня норм. А эти 5 человек все выиграют?